подвальное помещение. Вопрос в том, что у нас есть множество документов, которые показывают, что должностные лица совершают действия, явно противоречие всем законам, имеющие уголовную даже ответственность по этим деяниям. Но ни в прокуратуре, ни в других инстанциях. Мы обращались ко всем, неоднократно к Путину с 2000 года, значит, неоднократно к Медведеву, неоднократно в Государственную Думу во все партии, неоднократно в прокуратуру, в том числе и Генеральную прокуратуру, в Общественную палату, все отписываются. Несмотря на то, что правительство неоднократно заявляло, я проверяла их нужды, особенно этот куриной, так вообще это дальше некуда. Другой справедливый, я думаю, вот тут есть. Вопроса очень большая, и мнение жителей, мнение горожан полностью игнорируется, к сожалению, нашей городской администрации. В 1928 году вахтанговцы въехали в первый свой дом. Это был Борис Васильевич Щукин, первый исполнитель роли Ленина. Это был мой дед Рубен Николаевич Симонов. Это была первая исполнительница роли Турандот Цельвовна Мансурова. Имя им «Легион». Все они стали народными артистами Советского Союза. И когда сейчас под угрозой память тех людей, с которыми я был и лично знаком, которые преподавали, у которых я учился, когда каждый день мы почему-то не можем оставить в покое великую, благородную, замечательную, уникальную старую Москву, где ходили наши предки, где каждая пять земли одухотворена их памятью, их наследием. Неужели мы, простые, замечательные, добрые, талантливые москвичи, не можем поставить заслон такой простой и неприятной вещи, как люди, которые пытаются нас выселить из наших родовых гнезд. Ибо нет ничего важнее для нас. Вот сейчас я был на выставке в музее Москвы, на парке культуры. Старые москвичи еще до революции отстаивали каждое здание, на котором хотели возводить доходные дома. И делали это с успехом. Я просто хочу добавить слова великого Пушкина. Может быть, их услышат наши властьпридержащие. Пушкин в свое время сказал: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». Пусть они услышат эти слова.